На ишимской сцене лауреат международных премий вместе со своим коллективом «Гармонь-драйв» Павел Уханов выступил на областном фестивале «Гармония». Исполнение любимых народных и военных песен стало подарком местным жителям ко дню Тюменской области. А русские инструментальные наигрыши в современной обработке доказали, что этим музыкантам подвластны любые жанры. В течение всего полгода вся Тюменская область слышит «Гармонь», потому что проходят разные этапы конкурса, потому что проходят концерты постоянно в разных местах, в разных городах и поселениях. Проходят мастер-классы, встречи. Сейчас вы покажете, как надо развивать нашу национальную культуру. И, надеюсь, остальные регионы России это поддержат. Концерт именитых музыкантов прошел в рамках фестиваля конкурса гармонистов, инициированного партией «Единая Россия» при поддержке губернатора Тюменской области, а также депутата Госдумы Ивана Квитки. Со сцены нового Дворца культуры Андрей Артюхов поздравил жителей юга региона Ямала и Югры с Днем области и поприветствовал участников. Муниципальные этапы конкурса уже состоялись, в них приняли участие более 200 гармонистов. А завершится фестиваль гала-концертом 4 ноября в День народного единства. Региональное отделение вместе с департаментом культуры приготовили очень хорошие подарки, очень дорогостоящие подарки гармонии. Вместе с нами работают очень известные российские гармонисты, лауреаты международных и российских премий, которые в этом прекрасно понимают толк и сами участвуют в создании этих инструментов. Так что наши лучшие гармонисты получат в подарок за свои победы очень хорошие инструменты. Евгения Горюнова, Тюменская служба новостей.